Здорово, хиканы! Как вы все знаете, я ушел с Ютуба. Я ушел до того момента, пока на моем канале будет 200 подписчиков. Кто не смотрел это видео, оно закреплено у меня на канале. И я всем советую его посмотреть. Там я описал все причины, почему я это сделал. Но сегодня, в такой день, я просто не мог не записать это видео, не поздравить всех своих подписчиков и даже тех, кто просто смотрит, или хейтеров, которые дизлайкают, ведь сегодня необычный день, и этот день больше никогда не повторится. Сегодня 31 декабря 2020 года, все отмечают Новый год, и независимо от того, сколько вам лет, этот праздник вы так или иначе отмечаете всей семьей или у кого ее нету, например, сам с собой наедине, как, например, я. И даже без друзей, без кого-либо, вы чувствуете радость от этого. И пусть у меня нет фона на Красную площадь, но все-таки, несмотря на это, я хочу поздравить всех вас с Новым годом. И что можно сказать, вот в этот день исполняется 2021 год нашей планете Земля, в которой мы живем. И вы только представьте, человек там живет в среднем, не знаю, 70 лет, например. И о нашей планете уже 2021 год, и она до сих пор в том состоянии, несмотря на то, что всякие хуесосы там сорят мусором, пластиком, загрязняют ее, она продолжает быть нашим общим домом, и мы должны беречь это. Ну а в этот день обычно, как отмечают Новый год, нормальные люди бухают, ходят на вписки или с семьей, а если вы, как и я, у вас нет друзей, у вас нет тян, и никогда не было, то вам лишь остается отмечать дома за компьютером и играть доту в КС. И я лично встретил все свои Новые годы, уже более чем 20 с чем-то штук, вот так, сидя за компьютером. Да, возможно, кто-то скажет, что это очень зашкварно, и Новый год нужно отмечать с кем-то. Но что поделать, если не всем дано иметь друзей и окружение? Я надеюсь, что вы все-таки встречаете Новый год, как все нормальные люди. И, ну, если же вы все-таки отмечаете его дома, как я, сидя за компьютером, если вы чмо, у которого нет друзей, и даже банально с кем бухать на Новый год, то это, с одной стороны, конечно, очень хуёво, но с другой стороны, в этом нет ничего плохого. Согласитесь, быть быдлом, которое бухает там на Новый год, это в 2021 уже году, это просто вообще характеризует вас как, ну, просто обычное быдло. Итак, ребята, до Нового года остается несколько часов. У вас, возможно, он уже наступил, если вы живете там где-то на Сибири. Но Новый год — это праздник, который чувствует каждый. И если вы уже сажали там миску оливье, то вы в полной мере прочувствовали этот замечательный праздник. И несмотря на то, сколько вам лет, если вы даже еще школьник и до сих пор верите в Деда Мороза, то простите за спойлер, его не существует. Все подарки под елку вам ложат ваши родители, ваша мамка. И вы даже можете это проверить, не заснув сегодня. А если же вам более чем
скажем, 16 лет, вы в этом уже убедились лично. Но, несмотря на это, этот великий праздник, эта атмосфера новогодняя чувствуется даже в воздухе. Запах мандаринов, или если вы нищая чмо, которое нигде не работает, как я, то вы его, конечно же, не почувствуете. Поэтому, ребят, сегодня охуенный день, начало Нового года. И я надеюсь, что этот день станет первым в году, который даст вам стимул меняться. И если вы такой хикан, как я, нигде не работаете, у вас нет друзей, то это станет началом нового этапа вашей жизни. И вы начнете кардинально что-то менять. Новый год – это новый шанс. Поэтому я поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, найти тёлку наконец-то, перестать дрочить каждый день по 27 раз и найти работу, жить в свое удовольствие. Кстати, я отмечаю Новый год без алкоголя, не потому что у меня нет на нее денег, а потому что я за ЗОЖ, и вам это советую. Иначе валяться на улице с ебалом в снегу – сомнительное удовольствие. Ну а я пошел есть мандаринку. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, и только после этого когда на моем канале будет 200 подписчиков, я вернусь и продолжу выпускать видео. Всем пока, всем удачи. С Новым годом!